Вообще за этот семинар произошли очень сильные изменения, какой-то появился новый, вообще на свет появилась новая женщина. Изменилось мироощущение, изменилось внутреннее вот это состояние. Такое вот, действительно, когда вот мы ощущение во время хождения по углям, было ощущение полета, как будто вот действительно вот как-то вот легкость и радость. Радость состояния такого, вот такого взрыва, такого мощного, такого большого, светлого. И такое ощущение, что вот в тебе это все вот, вот это вот как вот горит, и вот из тебя это все вот в разные стороны идет. Что, ну, очень понравилось, конечно, здорово. Я рада, что еще раз покажу, и еще, и еще, и еще, и дальше двигаться, дальше. Спасибо.